В Крыму прошли дополнительные выборы депутатов в региональный парламент и местный совет. Их выбирали жители Сакского, Нижнегорска, Советского округов, а также Волушти, Керчи, Красноперекопский и Феодосии. Избирательная комиссия получила более 100 тысяч бюллетеней для проведения довыборов в Государственный совет республики. Результаты стали известны уже сегодня. Крымчане выбрали двух депутатов в парламент Крыма. Один из них займет место Игоря Лукашова, который занял пост главы Симферополя. Всего у нас 134 открыто в 8 часов утра избирательных участка. Участковых избирательных комиссий все открыты вовремя, все открыты без нарушений. И процесс голосования по всей Республике Крым уже пошел.